Новый год – это сказочный праздник. Красавица елка, Дед Мороз со Снегурочкой и долгожданные подарки. Все с нетерпением ждут этот праздник. Так, в преддверии новогодних шоу 10 ноября в средней школе номер 18 состоялся просмотр областного этапа конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-фест-2016». В нем приняли участие педагогические работники учреждений общего, среднего и дополнительного образования из Столинского, Лунинецкого, Ивановского, Драгичинского и Пинского районов. Конкурс довольно популярный, имеет уже давнюю историю. Более 10 лет проходит у нас в республике и получил довольно такую большую популярность, особенно у нас в области. Город Пинск и в том числе педагоги 18-й школы неоднократно становились победителями республиканского конкурса, поэтому пинчане могут гордиться очень богатым опытом работы с детьми именно на новогодних праздниках. Свое мастерство названия лучшего Деда Мороза и Снегурочки в этом году представили 10 пар. Такое мероприятие позволяет найти новые творческие методы и приемы в организации новогодних мероприятий, повысить профессиональный уровень педагогов, как организаторов досуга, и, конечно же, обменяться опытом. Главная цель как раз-таки показать опыт, который наработан в учреждениях образования, в учреждениях дополнительного образования, средних школах, по организации проведения детских праздников, по поддержанию, развитию традиций встреч Нового года, по проведению новогоднего досуга с детьми. Сказочные новогодние представления в актовом зале средней школы номер 18 встречали радушно и тепло. Около 4 часов Деда Мороза и Снегурочки со своей свитой демонстрировали оригинальные номера с множеством конкурсов. Я представляю школу номер 18. Принимаем мы участие в данном конкурсе «Елка-фест» уже не первый раз. Трижды были победителями республиканского этапа. Конечно же, это очень всегда волнительно. Над программой работает достаточно большое количество людей. Выступления конкурсантов оценивались по таким критериям, как актуальность, оригинальность и новизна сюжета. Немаловажную роль играли и зрелищность, артистизм, исполнение программы, умелое использование новогодних традиций, обычаев и обрядов, а также художественно-образное решение сценических костюмов. Безоговорочными лидерами «Елки-фест-2016» вновь стали Дед Мороз и Снегурочка из средней школы номер 18 города Пинска, а также новогодняя пара из Столинского района Центра детского творчества. Именно они 26 ноября выступят в Бресте в финальном этапе.